ткани для населения. В предстоящем пятилетии их производство увеличится на 35-40%. С каждым годом растет число текстильных предприятий страны. На Урале вступил в строй Чайковский комбинат шелковых тканей. Уральские текстильщики переняли опыт лучших мастеров Москвы, Иваново, Вышнего Волочка. Уже в этом году на Чайковском комбинате будет выпущено 70 миллионов метров тканей из лавсана.